Всем привет! Вы смотрите Dionyx Channel, и мы продолжаем играть за Binding of Isaac Third Earth Plus. Да, но перед тем, как мы начнем, я хочу вставить сюда небольшой фрагмент того, как я за Лоста прохожу Делириума. Буквально очень маленький, чисто сам Делириум. Наслаждайтесь! Thank you.
Ну, я надеюсь, вам понравилось. Дело в том, что все эти киперы, лосты, я все это прошел. У меня на самом деле осталась одна ачивка. Это одна гребаная ачивка за 31 дейлик подряд. Почему этого нет на видео? Потому что я, например, за кипера прошел делириума в режиме АФК. Мне выпал листочек и куча всякой шляпы. Это было часов 8 утра, я уже хотел спать. Я вообще зашел в Айзека, я не помню зачем. Знаете, как вы заходите в какую-то игру, потом думаете, блин, а что я тут делаю? Вот у меня такая же фигня была. Вот. Ну а дейлик ачивки у меня горит. Конечно, у меня, естественно, от нее горит. Почему? А потому что вышел замечательный бустер-пак четвертый. Да, Hard Hidden, как обычно, классика. Вышел четвертый бустер-пак, и у меня, дорогие мои друзья, крашнулась нахрен игра во время прохождения дейлика. Засчиталось это или нет, я не знаю, спасибо Эдмунду. Почему крашнулась? Потому что один из новых предметов, собственно... Окей. Один из новых предметов... Рюкзак крашит игру. У вас сначала появляются белые квадратики вместо предметов, а потом игра просто падает. Вот такие вот пироги. И чтобы подлить масло в мой пукан, это был порядка где-то 25-й день или около того. Ну, короче говоря, ну, в смысле, дейлика 25-й. Вот, и... Я теперь не знаю, придется ли мне возиться с этим еще 31 день или нет. Да, нужно просто заходить в игру каждый день, там проходить. Или даже не проходить этот дейлик, это в принципе не важно. Можно просто сдохнуть в первой комнате. Но неизвестно, как это все работает. И опять же, месяц играть в эти дейлики. Они унылые до безобразия просто. Это просто ахтунг, какие унылые дейлики. Что? Дэмэджа нет, да фигня. Сейчас сделаем все. Полтора дэмэджа, а, отлично, с ножом хватит этого. Короче говоря, да, такая вот петрушка происходит у меня в Айзеке. К сожалению, все это на стримах также не удалось сделать, потому что я достаточно ленивый. И вообще, ну, в следующий раз, если выйдет какая-нибудь игра, я постараюсь вообще все ачивки выполнить на видео, но... Кипер это... Да что ж ты делаешь, сволочь? Кипер это... Тут еще трэш. Ну, кто пытался за него хоть что-то проходить, тот понимает, о чем я. Это дикий рандом, это несправедливость. Я уже говорил, что GG. GG. И вообще, вот, если есть люди, сочувствующие Макмиллану, я хотел бы объяснений. Того факта, что вы открываете... Во-первых, за прохождение кипером Мегастена, по-моему, вы открываете одну монету. То есть кипер держит монету. Или нет, не суть. Ну, короче говоря, очень много ачивок дают по итогу всего лишь копных бэбиков. О чем я уже бомбил давно, это, ну, знаете, локальный коп, 2К17, все дела. Кто так нахрен делает, это все понятно. Во имя Хидео Кодзимы или еще кого-нибудь, кто вам важен или дорог, объясните, пожалуйста, вот какую мне вещь. Или кто-нибудь вообще может какое-то разумное объяснение дать, почему? Почему кипер не начинает игру с желудком грида? По факту это единственный способ повысить хп кипера выше 2 единиц. Если есть люди, которые скажут, что проходить за кипера босса, у которого 10 тысяч хп, с 2 ударами, это нормально, я бы хотел на вас посмотреть. Я бы хотел просто на вас посмотреть, и я хотел бы посмотреть ваше изи прохождение вот так сходу, на любой катке, на любом комбо делириума на кипере. Если у вас такое есть, записывайте и кидайте ссылки прямо в комменты, я с удовольствием посмотрю. В противном случае, ну, я не знаю, ничего вам не будет, просто... Я думаю, что таких людей не найдется, кто так скажет, потому что, ну, это нереальное какое-то просто зашкварство проходить вот так. Но я прошел честно, я прошел без каких-то модов. У меня 2 товарища прошли с модами, и не мне их винить, потому что это все-таки долбанный делириум.
Вот, но, собственно, мод они ставили на один, на то, чтобы кипер держал при старте, да, начинал с этим вот желудочком. Вот, такие вот пироги. А к чему я это размазываю, я не помню. Давайте просто завершим этот ран. Так, крыло летучей мыши, я не помню, что оно дает. И, знаете, в магазин я, наверное, тоже не пойду, хотя... Не, наверное, схожу все-таки. Давайте попробуем сделать это. Да, насчет предметов из бустер-пака, вот школьный рюкзак, он... фактически крашит игру. А есть предмет, я не помню, как он называется, он... Если его поднять за лилит, то он просто-напросто лишает лилит возможности стрелять хоть как-то. Как вам такое, ребятки? Да, вы правильно услышали. Вы просто не можете стрелять на лилит. Такие вот дела. Ладно, давайте отправимся дальше. Давайте отправимся на следующий левел. И просто закончим этот забег. Полторы дамаги, кстати, ощущаются довольно странно. С одной стороны, ее вроде как и много, потому что тикрейт очень высокий. А с другой стороны, ее как-то очень мало, потому что, ну, полторы дамаги. Так, что у нас тут? У нас тут секрет... Сокровищница... Не, не хочу. Так, ну, это ладно, это я возьму. Джокер, отлично. Ноуп. 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 У меня есть 6 бомб. Здравствуй, крикет родной. Я искал тебя, дорогой. Блин, ну вот такие вот раны тоже бывают. Периодически садишься, у тебя и крикет, и ножик, и вообще все, и сразу. Так, десант, конечно, используем. Полмэппинг на этот уровень, это хорошо. Я думаю, будет довольно короткий эпизодик. Все-таки... С таким комбо. Блин, что я делаю? Почему я не жру гвозди? Почему я не жру жареные гвозди? Это не прикольно. Так, нам куда-то сюда. И давайте попробуем открыть секретку. Почему бы и нет? Так, что здесь? Здесь три монеты. Три монеты ни на что не хватит, но... Камон. Не оставлять же их там, правильно? Блин, у меня, кстати, геймпад начал потихонечку умирать. Ну, вернее, как умирать. Стики вот эти китайские, которые я перепаивал, они начали потихонечку дохнуть. Я не засек, сколько часов у меня продержался первый геймпад, но я потом попробую засечь, сколько часов у меня продержится второй геймпад. Поскольку я играю только в Айзека, собственно, только по Айзеку и будем засекать, так сказать. Но недолго, недолго, по ощущениям, часов 70. Может, я говорил уже, у меня такое ощущение, что я рассказывал об этом в предыдущем эпизоде. Но, по-моему, нет, по-моему, нет. Так, что тут? Эквалити. Я не помню, что дает. Ой, самая честная комната. Чуваки, которые никогда не останавливаются, которых здесь просто до жопы. Это... Я не знаю, кто это придумал, потому что я попадал в эту комнату, когда у меня были обычные слезы. Не нож нифига, и нифига немного дамаги, и это, блин, больно. Это, черт побери, больно. Это просто насилует вас во всех мыслимых и немыслимых позициях. А, но в этом забеге, конечно, уже маловероятно, что сдохну. Это надо быть, не знаю, очень-очень-очень упоротым, чтобы в нем проиграть. Хоть сейчас и 6 часов утра или около того, я надеюсь, я своим голосом тут никого не разбудил. Но все равно. Даже в 6 утра я могу пройти этот ран. Практически с закрытыми глазами. Так, пошел вон. Такой важный птица. Эх, пойдемте. Пойдемте зайдем в магазин. Я иду сюда не потому, что у меня там типа дофига денег, ололон, я всего лишь 5 монет, а потому что у меня есть ключ от магазина, собственно, который кипером, кипер которым обладает. О, здесь имбовый пакетик. Но я не буду тратить деньги, не, я не хочу. Я разве что возьму вот это, просто дозаряжусь еще разочек. Хотя надо было, наверное, до босса продержать, но хрен с ним. Просто нет смысла выбивать деньги из машины, да и в принципе нечем. Такое комбо не требует усиления вообще ничем. Ну, разве что, не знаю, демедж-ап, абадон был бы замечательным вообще дополнением. Но да, конечно, хрен там плавал. Ае, люблю, когда такое происходит, очень честно, очень классно. Ты бежишь, у тебя лапки, ножик.
И ты не можешь. Просто, мать его, не можешь никак оттолкнуть бомбы. Это честно. Я считаю, что это честно. Я считаю, что это справедливо. Так. Но Делика у меня все еще горит. Да. Пойдемте наверх. Попробуем. Так, здесь надо поаккуратнее так размансить. Видите, я не могу делать эти вот тонкие движения. У меня немножко стик как-то... ну, именно в микродвижения в такие он не может. Или я не могу в них, я фиг знает. Но учитывая, что стики китайские, я скорее на них буду грешить, чем на свои руки. Потому что, ну, вы знаете, как китайцы делают. Дешево, сердито, но, в общем-то, платишь маленькие деньги, получаешь ровно на эти деньги. И нефиг жаловаться. И я, в принципе, не жалуюсь. 100 часов отработал, нормально. Окей, баблинская. Баблинская нам упала. Так, ау. Почему, кстати, звук удара, вернее, звук получения урона не воспроизводится, когда ты вот в этом вот виде? Это странно. Так, отлично. Мегамаф. Или как его там зовут? Один из моих, наверное, любимых боссов. Один из самых интересных. Его красная форма довольно прикольная. Хотя она меня немножко триггерит, честно признаюсь. Но она, по крайней мере, как говорят у нас в русских деревнях, very intense. То есть он прям так делает довольно очевидные атаки, но делает их быстро. И не то чтобы самое простое занятие от них уклоняться. Может, у меня Black Market попадется? Нет, конечно, нет. Я хочу сокровищницу и на следующий левел. Тут делать больше нечего. Это не тот забег, которым я хотел бы все-все-все-все-все исследовать. Но в магазин, кстати, я наведался. Возможно, там что-то есть. Так, ну такое ощущение, что мы сейчас идем к боссу прямиком. Потому что босс, как известно, находится в самой дальней комнате. Вот, и это выглядит как самая дальняя комната от старта. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Можно просто квартиру под это брать в ипотеку. И как поручителя назначать вот то, что босс где-то в этой стране. Так, ой, я не люблю эту комнату. Мне кажется, никто не любит эту комнату, в принципе. Блин, я забываю юзать Nail. Так, у меня есть одна батарейка. За вторую я... Вернее, одна батарейка на уровне, но я, наверное, за ней не пойду. О, у меня еще и три орбитала, отлично. Отлично, три орбитала, это хорошо. Так. Раз, раз, раз. Опа. Прекрасно. Так, еще пиявки. Вернее, я не знаю, они пиявки или нет, но это личинки. В оригинале своем это... В оригинальном белом виде это личинки, так что я этих тоже буду считать как бы личинками. Хотя и не факт, что это они. Что здесь? Это карта и это лестница. Нет, я хотел бы просто карту и компас, может быть. Ну, кстати, вот неплохо. Карту мы нашли. Может, компас? Игра, ты была бы великолепна, если ты подкинула мне сейчас компас. Можно взять, конечно, карбаторы, но я не думаю, что это необходимо так уж. Не, я не буду ничего брать, я просто пойду дальше. В этом нет никакого смысла. Так, королева помоек уничтожена. Экспериментал трэтмент. А, йолу, какого черта? Что даст? Дэмэдж дало, замечательно, только шот спит немножко отняло, но мне это даже на руку. Чё тут? Пакт. Прекрасно, прекрасно. Это пакт, дамы и господа. По слезам у нас кап, вернее, по тирс рейту, это кап, 5. Дэмэджа у нас очень много, 6.67. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам наверх. Я бы даже сразу к боссу пошел, вообще не исследуя левел. Если честно. Так, ты сюда иди. Так, минус одни кишки, ну, другие кишки. Так, мы сюда вернемся. Там у нас сколько, блин, две что ли батарейки? Да, тут две батарейки. Вернемся после вот этой комнаты. Как я не люблю этих чуваков. Они наносят единицу урона. Одно сердце на любом уровне. Всегда. Или не вернемся. Не, мы вернемся. По-любому вернемся. Босс? Да, босс. Как я и говорил. Классика. Все просчитывается. Все просчитывается. Так.
что тут. Хотя, что я тут жду? Башка кота, может быть. Разве что. Так, я все-таки вернусь, наверное, за этими батарейками. Я одну съем сейчас и одну оставлю на босса. Можно, конечно, было бы сухого еще поискать в этих черепах, которые драйбэби, но я не буду этого делать, потому что, опять же, комбо уже очень мощный. Так, это гиш, ничего нам не сделает, он абсолютно безопасен. Прекрасно. Гиш, нет, спасибо, я оставлю его здесь, пойдемте дальше. Магазин надо было наведаться, блин, я дурак. Кстати, что здесь? Ни хрена интересного. И все еще ни хрена интересного. Так, здесь у нас арена с боссами. Ну, в принципе, можно заглянуть. Не-не-не-не-не. На это я пойти не хочу. Могу, не хочу. Натурально, вот большой-большой совет. Если у вас собирается вот такое комбо, если вы чувствуете в себе уверенность вынести игру вот так легко и просто, лучше сделайте это. Хотя, конечно, это чистейшие воды понты. Но иногда спидран это не так уж и плохо. Так, что здесь? The Stars, отлично. Let's go. Blank Card, кстати, мы, по-моему, ее уже видели, но не подняли. Не, Blank Card мне к чему? Был бы у меня какой-нибудь Hierophant, я бы взял. А так, у меня есть гвоздик. Наверное, стоило взять Card Battery, но, опять же, куда мне? Куда мне с таким... комбо еще и два сердца каждые 6 комнат. Ну где? Господи, хватит от меня бегать. Стой, животное. Блин, как они заколупали, блин, вы бы знали. Так, что здесь? Магазин? Да, магазин. Похоже на него. У меня 25 монет, я очень надеюсь на компас. Хотя, по классике жанра, после того, как я подниму тот самый... А, ну да, да, по классике жанра. Классика жанра заключается в кипере. Вернее, в гриде, пардон. Знаете, это классика, когда вы поднимаете компас и карту, и у вас внезапно проклятие, которое закрывает всю карту. Я забыл, как оно называется, стыд, позор, и вообще несерьезно продался, скатился, воло. Но что поделать? Блин, это новые мобы. Что делают? Чем знамениты? Блин, загаживают комнату, что ли? Типа замедляют? Прикольно. Да, Booster Pack добавил не только новые артефакты, он добавил еще и мобов, он добавил даже комнаты, некоторые довольно интересные, и я думаю, что вы их найдете, если будете играть, потому что они попадаются довольно часто. Ну, я имею в виду, что вы их всегда опознаете, потому что они выглядят как что-то новое, черт возьми. Хотя, если вы играете в игру, там, неделю, то, наверное, для вас все комнаты новые, но для тех, кто играет, там, как я, лет 6 уже, или сколько там, Айзеку, те сразу замечают какие-то обновления прям резко. Так, иди сюда. Капстейшн. Так, несемся дальше. Не знаю, зачем хенджетмен, может пригодится. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ай-е-е, ваншот, сученька. Опс. Так, берем полироид. Что это? Death List. Я знаю, что дает этот артефакт. Это артефакт из бустер-пака. Нет, мы сюда не пойдем. Здесь, собственно, зуб монстра, который спавнит монстра, который попадает на врага. А вот эта красная хреновина, это, по-моему, боб, который то ли активируемый, то ли автоматически активируется. Там нет бобов нормальных. Это, по-моему, пауза, а это бомбочка просто спавнится. Ну, эта бомбочка, она неплохая, но на начальных этапах... После уже не очень заходят. Так что нафиг. Нафиг не нужно. Death List — это такая история. Да блин, чуть не ушатался. Это такой артефакт, который помечает врагов. И если убить их в этом порядке, то будет больше награждения. Награда за прохождение комнаты. Вот этот ключ, возможно, я не знаю. Я не знаю, как это точно выглядит. Так, а если не убить в требуемом порядке, то, вероятнее всего, ни хренашеньки вы не получите. Блин, да как это работает? Господи, какого врага теперь-то месить? А, ну да, логично. Блин, ну это явно не для спидранов. О, господи. Да, это определенно не спидран история. Ой, да ну вас.
Не, в принципе, это хороший артефакт сам по себе. То есть идея того, что вы получите больше ништяков, если зачистите комнату в правильном порядке, мне нравится. Но дело в том, что это лучше на ранних этапах. Да, вот эти вот головы, кстати, тоже добавили. Какули они, кстати, не разбивают. А в чем тогда прикол? Они стреляют-то только вниз и вверх сейчас, в данной ситуации. Довольно спорная история такая. Так, и вот. Так. Да. А, мне удачу дали. Прикольно. Да, это, наверное, тоже награда, потому что удачу мне дали буквально ни за что. Так, ну и кого? Вот этого. Вот этого. Вот этого. И вот этого. Отлично. Да, мне дали ключ. Это действительно это самая награда. Она выпадает из последнего врага. Хоть он и не чемпион. Да. Пошли вы глаза. Не очень честно, что именно вот эти вот красные черепки тоже подпадают под это определение, да, то есть то, что их тоже нужно убивать, хотя они обычно умирают после того, как комнату зачистили. Мне тоже рандомную ставку повысили. А, это странно. Это странно, ребят. Ладно, я не буду брать ничего. Это HP up, поскольку я обычно бегаю так, что я обужу полароид, то HP up мне не нужен. Если у меня будет красное сердце, полароид не будет прокать. Только с синими прокает каждое получение урона. Я думаю, так все знают, но я повторю для тех, кто не. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь комнат. Нам вниз, налево. И вообще. Не, у меня слишком мощная вся вот эта вот комбо. Ну, попробуем. Так, сюда иди. Да, это действительно награда за комнату. Ага, с боссами, кстати, тоже работает, но как-то странно. Ладно. Ну, куда в предметах, да без багов. Ну, блин, вот это вот мне... Ауч. Не очень нравится, ну и хрен с ним. Опять же, геймпад меня мой немножко подводит. Да, кстати, на новый геймпад мне задонатил один товарищ на стриме. Я, к сожалению, сейчас не вспомню ника. Надеюсь, ты не обидишься на это, просто потому, что он был как бы один раз на стриме. Ну, в смысле, ник, я его видел. И у меня без того очень фиговая память на ники и иногда даже на имена. Но на новый геймпад мне задонатили, и я себе его буду покупать. Кстати, да, вот это тоже новый моб. После убийства он является чадом. Да, кстати, еще дают статы. Это неплохо, это, наверное, даст какой-то буст неплохой по статам, если зачищать таким образом начальные левелы. Да пошел ты, говнюк. Сюда иди. Вообще плевать на этот дэмэдж. Так, ну это проход к хашу. Я думаю, к хашу мы не пойдем. Сразу пойдем наверх. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я думаю, что он внизу справа. Если это можно так описать. Ау. Ну, давайте, выходите, твари. Дом труба шатал. Так, прекрасно. Давайте взорвем вот эти костры. И вот этот тоже. Да и вот этот, в принципе. А тут что-то по здоровью маленько просели. Не знаю, может, у меня геймпад разболтается, потом и будет нормально. Но пока что что-то не очень. Хотя, кого я обманываю? Моя кривизна рук и малая практика в Айзеке тоже дает о себе знать. Ха, и с порталами, кстати, это тоже работает. Да, я угадал. Только порталы, если исчезают, то, собственно, никакой награды вы не получите. Очень тяжело вот эту вот пушить врагов с этим геймпадом. Да, посмотрите, абсолютно на халяву. Как будто бы немножко сломанный предмет. Но я не буду жаловаться. Надо его тестить много, надо тестить в очень большом таком лонгране.
Так, это значит Smartfly. Муха после получения урона полетит и сломает лицо тому, кто это сделал. Set Bombs, которые делают вот так. И Sackdagger. Лучший орбитал в игре. Вообще лучший. Так, мне нужна комната. Я думаю, что это также справа снизу. Давайте туда пойдем. Вот это Кирсутай, пошел он в жопу. Кстати, не каждый раз дают статки. Очень хорошо можно пушить Сагдагером. Его коротко называют Сагдагер. Врагов прям очень бодро, особенно если у вас есть еще и нож. Если вы также разворачиваете в сторону врага, то это просто колоссальный урон. Натурально колоссальный урон. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да вообще побою. Кстати, игру нам еще облегчает. Да, я угадал снова. Игру нам еще облегчает и тот факт, что у нас вот этот приятель батарейка есть, который довольно неплохо спавнит, собственно, батарейки. Поэтому я говорил всегда, что батарейки это че. Пройдено, ребята. Войд я презираю. В Войд я больше никогда не вернусь, если его не пофиксят или что-нибудь интересное с ним не сделают. Сид на ваших экранах, и я надеюсь, что эпизод вам понравился. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока!